В этом году мы проводим тотальный диктант уже в 8-й раз, а вообще во всем мире тотальный диктант проходит в 20-й раз, то есть это для нас юбилейный диктант. Текст для тотального диктанта написал Василий Авченко, это финалист премии «Большая книга», современный автор. Он создал очень интересный с точки зрения познавательный текст про путешественника, исследователя Дальнего Востока. Я уже пишу 5-й год. Мне очень нравится эта акция, уже как традиция приходить, проверять свои знания. Очень нравится получать хорошие оценки. Когда я писала первый диктант, мне было очень сложно. Я тогда еще училась в 8-м классе. Сейчас я уже студентка, и мне уже проще воспринимать сложные тексты. Все-таки уже закончила школу. Но все-таки тексты сложные, и они для достаточно эрудированных людей, которые хорошо знают русский язык и в целом увлекаются им. Текст очень непростой, там много подводных камней, там много слов, которые нужно просто знать. Вот, поэтому я думаю, что непросто будет нашим соискателям. Скажу честно, у меня грамотность врожденная. Я даже когда на каких-то встречах автоматически сижу, записываю, предположим, за кем-то, да, или там пишем мы с сыном сценарий, вот, я автоматически вижу как бы целиком все предложение и ставлю, стараюсь, во всяком случае, у меня как-то оно всплывает само собой. Русский язык, он самый сложный. Я во многих странах побывал, и он самый сложный и самый разнообразный. И в нем очень много поэзии, поэтики. Вот, поэтому я думаю, что каждому нормальному гражданину Российской Федерации необходимо знать свой язык и изучать другие языки нашей замечательной необъятной Родины.